Крест Христов – орудие нашего спасения, символ победы жизни над смертью, победы Господа над адом, любви над ненавистью. 27 сентября, в праздник воздвижения животворящего креста Господня, в храме Рождества Христова совершалась божественная литургия при участии воспитанников Русской православной школы. По завершению богослужения священнослужители, прихожане, преподаватели и учащиеся прошли крестным ходом до поклонного креста, расположенного вблизи Рождественского храма, где под исполнение тропаря кресту настоятель храма отец Александр окропил всех участников святой водой. В этот день по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория состоялся автомобильный крестный ход «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Ежегодно организованная колонна автомобилей отправляется к поклонным крестам, которые окружают столицу Кубани. В этом году автомобильный крестный ход совершается уже 10-й раз. Ваши впечатления о сегодняшнем крестном ходе автомобильном? Который... Да я, можно сказать, летаю. Всех вам благ и ангела-хранитель. Верьте в Бога. Участники объехали Краснодар. Останавливались у четырех поклонных крестов, совершая у каждого молебен с акафистом, животворящему кресту Господню, со священнослужителями и прихожанами краснодарских храмов, расположенных в непосредственной близости от поклонных крестов. Давайте помнить и благодарить Бога за Его спасительную жертву. И пусть благодарностью нашей Богу будет стремление к тому, чтобы принести покаяние в своих грехах, исправить свою жизнь и с помощью Божией стремиться жить свято и праведно. К этому всех нас призывает любящий нас Господь. Впервые поучаствовали представители исторического парка «Россия. Моя история». Помолиться, конечно, за наших всех воинов, за защиту нашего города. Участвуя в крестном ходе, верующие воздают честь орудию своего спасения и спрашивают благословения Божие для своего народа. В этом и цель – с молитвой объехать город, поклониться кресту, помолиться о всем православном мире, о воинстве, о людях, живущих в нашем городе, и спросить у Бога милости, чтобы Господь и впредь ограждал наш город от всякого врага. Хотелось бы напомнить, чтобы каждый из нас, кто носит на своей груди крестик, почаще вспоминал, какие язвы мы носим на себе. Как говорил апостол, язвы Господа моего Иисуса ношу на теле моем. И никогда не забывали, что мы христиане, что мы живем совсем по другим законам, как живут окружающие нас люди. Чтобы мы осеняли себе чаще крестным знаменем и всегда жили пред собою, имея во взоре крест Христов. Если мы действительно верим в распятого Христа, то возьмем свой крест и последуем за Ним. Христос посреди нас! Есть и будет!